Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я хожу на танцы, и сегодня мы снимали видео. Сначала общим планом, потом наша преподавательница спросила, кто хочет по одному. Вызвала троих, спросила, не хочет ли кто-то еще. Я знала связку, но там, когда танцуешь, на тебя смотрят 10 человек. Теперь мне плохо получается, я неудачница, раз не вышла и не поборола себя. Скоро я уезжаю из города. И на эти танцы ходить не буду. Как переиграть это в своей голове? Я кручу как жвачку, что я не уверена, раз не вышла. Мне очень плохо. А основных моментов два. Хотел бы я вам сказать. Первый момент касается того, что у меня возникло ощущение злости, когда я читал ваше сообщение, и есть ощущение, что... на кого-то вы злитесь, я, правда, не знаю, на кого, да, то есть, ну, может быть, это, злость на преподавателя, может быть, это злость на кого-то, да, из, вот, тех, с кем вы, ну, проходили обучение. Вот, я не знаю, сказать так очень сложно, но вот есть ощущение, что вы злитесь, есть такое ощущение, что очень сильно это про злость. Вот. Ну, то есть, и вот у меня, по крайней мере, очень сильное такое чувство, вот, и я не знаю, насколько, я прав здесь, но если я прав, вот, то вам, конечно, на мой взгляд, нужно в первую очередь решать вот этот вопрос. То есть вам в первую очередь нужно, ну, работать вот в этом направлении, вот, как мне кажется. И в первую очередь, значит, ну, смотреть, на кого вы злитесь, да, и как бы вы могли эту злость выразить. Второй момент – это то, что вы говорите. Вот, я не вышла, значит, я неудачница. Ну, что ж, я не буду убеждать вас в том, что вы не правы в отношении себя. Я хотел бы немножко, знаете, на другое обратить ваше внимание. А является ли потенциальный ваш выход туда приближением вас к тому, что вы посчитали бы удачей? Вот какой, мне кажется, вопрос нужно вам попытаться себе задать. Вот. Потому что уверены ли вы в том, что вы достигли бы того, что, ну, что для вас, ну как-то было бы важным, было бы значимым, было бы тем, в общем-то, чего вы хотели бы. Вот. Рискну предположить, что нет. Рискну предположить, что, скорее всего,
вас бы это к цели, которую вы себе так или иначе ставите, вас бы это не приблизило бы вот, к этой цели. И потому что, ну, на мой взгляд, для приближения цели, да, к цели, которая у вас, вот, да, нужна более систематичная, вот, деятельность, которая у вас, на мой взгляд, отсутствует. На мой взгляд, ну, на мой взгляд, такой деятельности у вас, конкретно вот, в том, что вы описали, нет. Дальше. Я думаю, что ваша реакция, то, что вы вот как, ну, как говорите, живете, значит, как жвачку, то, что у вас не получилось, да, связано, в общем-то, с мотивацией. То есть, вот тот факт, что люди на вас смотрели бы, если бы вы вышли, и смотрели бы на вас, как вы сами говорите, 10 человек, да, вот 10 человек на вас бы смотрело. Так вот, что в этом такого для вас? То есть, ну, смотрело бы, смотрело. Что в этом для вас такого? Я думаю, что вот подавляется ваша мотивация делать то, что вам хочется, либо она распыляется, значит, вместе с другой мотивацией. Она распыляется вместе с другой мотивацией, мотивацией, допустим, быть на хорошем счету у людей. То есть вам не просто хочется достичь, ну, чего-то, да, то есть, вот, там, допустим, заниматься, к примеру, заниматься танцами. Вот, вам не просто хочется заниматься танцами, а вам, вероятно, хочется еще, значит, быть значимыми, например, для людей. То есть для вам не все равно, что люди подумают. Вот. И как я думаю, вот этот момент того, что вам не все равно, что подумают люди, тоже, на мой взгляд, необходимо реализовывать. То есть принимать это во внимание, да, допустим, как-то вот, ну, принимать это во внимание просто. И там, ну, к примеру, как-то, ну, учитывать то, что вам этого хочется, и соответственно, что-то с этим делать. Вот.
Ну, то есть, буквально. Вот. Прям буквально. Что-то вы хотите с этим делать. Что-то вам, как-то вот вам, например, хочется это реализовать. А вы это, ну, на это не обращаете внимания. Например. На то, что вот, ну, на то, что вам хочется, например, еще там для, ну, для людей, к примеру, быть, ну, ценной, да, вот, допустим. И, соответственно, вот нужно поисследовать этот момент, и нужно поисследовать момент, на мой взгляд, момент вашей мотивации делать то, что, ну, вот, то, что вы делаете, то есть момент вашей мотивации, момент вашего стремления, да, то есть для чего это все, зачем я это делаю. Вот, чего я хочу и так далее. Я думаю, что этот аспект является тоже очень важным, потому что, ну, полагаю, что если вы считаете себя, да, если вы считаете себя, ну, неудачницей, да, вот, ну, к примеру, вот в этой ситуации вы считаете себя неудачницей. Что ж, хорошо. Если вы считаете себя неудачницей, значит, вы не смогли достичь вот какой-то цели, которую вы хотели бы достичь. Вот. Как вы поймете, что вы этой цели достигли вообще? То есть это же нужно понять, да? Нужно понять, что вы этой цели смогли достичь. А сейчас получается так, что вот вы что-то делаете, потом вы, получается, не хотите этого делать, вот, и потом вы себя за это корите. Вот. То есть, ну, совсем понятно, в таком случае, извините, а для чего вы, допустим, ну, танцуете, да, то есть вот, зачем вы это делаете? Вот. Не в смысле того, что вам надо бросать это, нет, ни в коем случае, а именно вот в смысле того, какая мотивация, какая цель, для чего я это делаю, зачем? Зачем я, собственно, занимаюсь танцем, да, хочу я там научиться танцевать, чтобы как-то это использовать, вот, делаю ли я это потому что мне это нравится делать, ну, просто нравится, вот, хочу я, может быть, там, не знаю, у людей, опять же, да, как-то вот, на хорошем счету быть. Вот. И так далее. То есть вот на эти вещи, ну, как я думаю, на эти вещи вам нужно обратить свое внимание. Вот. И я думаю, что вам будет легче. Вот. А что касается переигрывания, то здесь очень важно обратить внимание на то, например, когда вы переигрываете, вот, вы, собственно говоря, чего хотите, то есть на что вы обращаете больше всего внимания, да, то есть вот на людей, на свое поведение, на танцы и так далее. Лично я, конечно, думаю, что основным моментом, который вас как-то сбивает, да,
является момент стыда, осуждения. То есть вы следите с вниманием, пытаетесь от него, например, убежать, либо вы значит, ну вот, как-то боитесь оценки. В принципе, это одинаково, в принципе, это одно и то же, ну, вообще это одно и то же, вот, но, вот, для простоты, да, можно это, вот, конкретно, сейчас это можно немножко разграничить для простоты, вот. Ну, вам так будет проще, я думаю. И, соответственно, посмотреть, вот. Ну, так или иначе, вы не выразили чего-то, что вам хотелось бы выразить, вот, ну, на мой взгляд, вот, того, что вам хотелось выразить, да, вы выразить не смогли, так или иначе, опять же, вот, и отсюда ваши, вот, такие, переживания, вот. Поэтому задача ваша, значит, ну, психолога, да, вот, заключается в том, чтобы помочь вам увидеть, чего такого вы не выразили, вот, что вам, ну, хотелось бы, вот, и, соответственно, для себя получить возможность для себя это выразить. Вот. И, соответственно, я думаю, что это послужит вот тем толчком, да, вот, который, в общем-то, позволит вам эту ситуацию благополучно пережить, вот. Конечно, я думаю, что вам хочется или вам хотелось бы, чтобы такого больше не повторилось, да, ну, я думаю, что, опять же, поддержка того же психолога, например, поддержка того же психолога вам, ну, могла бы обеспечить максимальную успешность, ну, в этом вопросе. Как-то так. Всего вам самого доброго, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, что позволит вам начать над собой работу. Удачи!